Осада ОСАГО. Саратовские автомобилисты вынуждены ночевать у страховых компаний, чтобы оформить полис обязательного страхования автогражданской ответственности. Об огромных очередях владельцы авто рассказывают в социальных сетях, пишут нам на редакционную почту. Наши корреспонденты отправились в рейд по страховым компаниям и убедились в том, что ситуации впрямь плачевные. Очереди к вечеру растут, среди людей пущен список, где фиксируются все, кто пытается оформить полис ОСАГО. Как рассказали съемочной группе, некоторым даже приходится ночевать возле офиса, чтобы утром было возможно попасть на прием. Теперь стоим в очереди, каждый раз записываемся в 5 часов, получается, нужно подходить, записываться. Если не пришел, то вылетаешь из очереди. Без машины, во-первых, муж на работу не может ездить, и я, получается, у меня вообще прав нет, я с ребенком теперь вот так вот хожу, без машины никак. По словам автомобилистов, в страховых компаниях за день оформляют максимум 7 полисов. С чем это связано, объяснить им никто не может. По словам владельцев авто, многие из них вынуждены были пересесть на общественный транспорт из-за просроченного ОСАГО, либо ездить на свой страх и риск без страховки. О том, почему сложилась такая ситуация на рынке автострахования в Саратове и что может повлиять на ее улучшение, подробный материал на данную тему смотрите в ближайших выпусках программы «Саратов сегодня».